Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Заметки Домохозяйки. В этом видео мы с вами готовим свинину, тушеную в тыкве. Для приготовления я возьму следующие ингредиенты. Тыква 4,5 килограмма, мясо 1 килограмм, чеснок 1 крупная головка, лавровый лист 3 штуки, соль 2 столовые ложки без горки, паприка и базилик по вкусу. При помощи ножа мы вырезаем верхушку от тыквы. Это будет своеобразная крышка для нашего сосуда для запекания. При помощи ложки я выскапливаю семечки и мякоть из тыквы. Она нам не потребуется. Семечки я высушу в духовке. Это прекрасный источник витаминов. При помощи ножа и ложки я буду вырезать стенки из тыквы. Делать буду как можно тоньше. Оптимальный и идеальный вариант – это в районе 5 сантиметров. Все мы вырезали. Все, что можно было, выскоблили ложкой. Далее мякоть мы нарезаем небольшими квадратами и отправляем все в нашу посуду из тыквы. Мясо нарезаем небольшими квадратами. Чеснок. У меня это крупные зубчики, нарезаем на четвертинки. Отправляем к нашим ингредиентам и далее приправляем любимыми приправами. В частности, лавровый лист, сладкая приправа и базилик. Базилик у меня зеленых сортов. Придает прекрасный аромат блюду. Вот. Мы все смешали, присолили и хорошенько будем перемешивать до однородного состояния. Противень мы застилаем фольгой, потому что будет выделяться сок из тыквы. Ставим на противень тыкву, накрываем своеобразной крышкой и будем запекать при температуре 180 градусов в течение 2-2,5 часов. После запекания тыква приобретает красивый запеченный вид. Кожура у нее становится уже мягкой. Отходов получается минимально. Как помните, тыква это очень полезный и вкусный продукт. Я надеюсь, вам понравился рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно удивляйте своих родных и близких. Следите за здоровьем. Всем приятного аппетита, до скорых встреч, пока-пока!